Волонтерское объединение «Твой выбор» существует на базе 7-й школы уже 13 лет. Сейчас туда входят ученики 10-го и 11-го класса. В основном ребята организуют разовые акции, пропагандируют здоровый образ жизни, оказывают ситуативную помощь тем, кто в ней нуждается. Не забывают волонтеры и о ветеранах. Начинаем в ноябре месяце поздравлять с Днем пожилого человека, ветеранов, потом и жителей микрорайона, потом в День Победы, потом вот сейчас 27 января была юбилейная дата снятия блокады Ленинграда. Еще одно направление деятельности отряда – экологическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках которой волонтеры приводят в порядок воинские захоронения на территории городского кладбища. Как рассказали ребята, люди, которые там захоронены, сделали так много для нашей страны и заслуживают того, чтобы их помнили. Захоронение, которое мы брали неизвестным солдатам, мы делали это потому, что мы считаем, что эти солдаты умерли, они не зря, их должны знать. Вот, и что оставить их просто так нельзя, потому что за ними никто не убирает, и мы провели такую инициативу, что должно быть вот так. Именно этот проект волонтеры отправили на региональный этап всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». Комиссия сочла их опыт уникальным и присудила саровчанам победу. Даже несмотря на то, что мы не самые узнаваемые и популярные волонтерское объединение в нашем городе, но мы проделываем большую работу, и люди о нас знают и видят, как мы стараемся. Желание помогать, доброта и великодушие как никогда необходимы в современном мире, уверены ребята. Волонтерство для них – это неотъемлемая часть жизни, которая дает возможность реализовать себя, развить новые качества и встретить особенных людей. Екатерина Опенова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.